Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными работами, интересными художниками. Побывал в Питере на выставке «Помяты». Автор Кирилл Святищук. Находится она в Артмузе на 13-й линии Васильевского острова. Вот что написано в анонсе этой выставки. Открываем новые имена вместе с Музеем современного искусства Артмуза. Кирилл Святищук, художник, дизайнер, иллюстратор, представляет галереи Малевича порядка 20 работ разных техник, в том числе работы, выполненные в авторской технике крамплизм. Оригинальная техника крамплизм, где основным элементом является смятая бумага, определенным образом и далее локальная или полная окраска открытых участков смятой бумаги аэрозолем, дальнейшее развертывание и фиксация согласно идее художника. Выставка «Помятые». Помятые судьбы, жизни, лица, кумиров, миллионов и предметы со временем и возрастом, как и помятые фотографии, постеры к фильмам, залежались где-то в чулане, стали забытыми. Кирилл Святищук окончил Санкт-Петербургский политехнический университет, занимался граффити с 2000 года, призерный участник разных всероссийских и международных фестивалей по граффити. Организовал собственную студию коммерческого оформления пространств, брендирования и брендинга, дизайнера интерьеров и графического дизайна «Все декор», который работает по всей России, где в проектах участвует он сам в качестве художника, иллюстратора и дизайнера, а также привлекаются другие молодые и активные граффити-художники и дизайнеры. В рамках работы в студии «Все декор» разрабатывал и реализовывал успешные проекты для таких компаний, как Bosch, Nokian Tyres, Mercedes-Benz, Volkswagen, Siemens, Альфа-Банк, Форо-Банк, Мультикарта, ну и так далее. Также работы студии можно встретить в различных общественных пространствах – ресторанах, кафе, магазинах, клубах. Ну вот так вкратце о выставке Кирилла Святищука «Помятые» и авторе. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.